Предлагаю сегодня сделать варенье необычным способом. Будем готовить ароматное, вкусное, запеченное сливовое варенье. Сливы переберите, помойте и немного просушите. Разделите на красивые половинки. Удобнее всего это делать ножом. Удалите косточки. Сливы присыпьте сахаром. Полейте соком лимона и добавьте палочки корицы. Дайте постоять пару часов, чтобы начал выделяться сок. Теперь отправляем кастрюлю с вареньем в разогретую до 150 градусов духовку на 1,5 часа, изредка аккуратно помешивая, чтобы растворился сахар. Вот и все, наше варенье готово. Теперь его можно переложить в стерилизованные банки, только не забудьте убрать палочки корицы. Варенье получается очень ароматным, слива остается плотной, не разваривается и напоминает цукаты, а сироп прозрачный и очень вкусный. Это удобный и быстрый способ приготовления сливового варенья. Обязательно попробуйте. А вы делаете заготовки на зиму? Пишите в комментариях. С вами была Юля. До новых встреч на канале Simple Food.